Упражнение диагональное скручивание лежа на коврике. Основной акцент здесь. Основной акцент на косые мышцы живота. Также работает прямая мышца живота. Исходное положение. Ноги подняты. Мы начинаем скручиваться вперед, слегка закручиваясь в сторону, тянемся локтем к колену. Ноги работают как на велосипеде, от себя и коленом на себя. Выдох. Каждый раз выполняем при подъеме корпуса вверх. Выдох, возвращаемся. Выдох и возвращаемся в исходное положение. Обязательно должно быть сокращение мышцы и растяжение. Достаточно.